Добрый день, дорогие зрители! Сегодня посмотрим вот такую активную акустическую систему. Работает она от аккумулятора, заряда хватает примерно на 6 часов. Ну, часа на 4-то точно. Так, подходят сюда вот такие вот флешки маленькие, флеш-карты. Вот такие USB. Есть вот выход. Так вот. Также существует громкость, регулятор громкости, регулятор баса, низких частот. Так, также настройка громкость микрофона, вход для наушников, выход, вход для микрофона шнурового. Кнопки включить, выключить, так, зарядка от сети, вот таким шнуром. Также существует здесь подзарядка от автомобильного, а 12-вольтового аккумулятора автомобильный подойдет. Так, SF-шки, вот управление, перемотка, также тут еще радио. Так, динамик 12-дюймовый, 30 сантиметров и твиттер. Так, для удобства ручка телескопическая сдвигается, выдвигается. Колесики. Также крепеж, отверстие для установки на штатив фиксатором. Так, еще подключим, устанавливаем Bluetooth. Так, сейчас подключим телефона. Так, Bluetooth, сейчас он нам найдет устройство. Так, вот нашел он устройство. Вот подключилось оно у нас. Так, теперь. О! Включилось. Так, есть микрофон попеть караоке. Так, он работает от двух батареек 2А. Также еще в комплекте идет пульт. Работает от двух батареек 3А. Пультик вот такой. И инструкции на китайском. Ну, все параметры я напишу там ниже. Для небольшого помещения, среднего зала, на рыбалку пойдет.
пока.